Небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю, приди вселися в мы, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, благослови нас на сие занятие. Даруй нам, Господи, воспевать в сердцах своих и в устах песнопения и прославлять имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Садимся. Где ваши тетрадки? Дядя Володя вам говорил, что да. Здесь. Значит, мы в начале Загуляева Ливия. Да, Лиз, передайте, она передаст потом. Андрей, как фамилия тебя? Скрынник, да? Спасибо тебе. Ну передай. А это не подписано. Ну вы кому передаваете? Тихо, не кричите, ребята. Что-то шумно сильно. Кирилл, я буду сейчас показывать. Поднимать будете. Будете стоять. Дробот Ивана. Передай. Не знаю насчет ручек. Это чье? Вот это чье? Ну подписать же можно, ну подпиши. Паши фамилия там. Твоя борода, да? Да и так хорошо. А это чье? Почему тоже не подписано? А? Или что это такое? Ну подпишите. Сейчас. Я говорю, сегодня пошли. Сейчас подпиши. Как ее зовут? Василиса? Да, это ее. Ну, давайте мне ее. Подождите, покажите обложку. Дмуха Ксения. Тоже ей потом Лиза передашь. Нестор Дробот. Я здесь. Ксюша. Это маленькая. Лобанова. Гена. Арсений. Фамилия подпишите. Арсений, фамилия. Я говорю, сейчас подпишите. Кирилла. Посмотрите, что там внутри. А что там внутри? А где у тебя песнопение, которое? Или ты еще не приехал, ты еще не разучивал, да? Ну ладно. Так. Дай ручку, а? Леониды. Где Леонида? Он сразу видно, загулял Леонида, дисциплинированный. Знаете, дети. Так? Тихо. Не дадите пить, что мне ручку, а на время. Ну а где твоя ручка? 14 лет, и ты как маленький ребенок. Что ты? Это егошня. Не егошня. Твое это? Да. Хорошая тетрадка. Подпиши имя, фамилию. Тимофей. Ну, замечательно. Но пока только одну можно. Она тебе полный пакет тетради. Один. Загуляешь. Ивана Суховеева. Да. Суховеев такой. Суховеев. Где это здесь? Да, Дробот Ефросиний. Тарасия. Дмуха Ксении. А, там Калерия написано. Нестерова и Анна написано. Это как понимать? Нестерова Анна, что ли? Да. А, у тебя фамилия такое? Нестерова Анна. Понятно. Виктория. Это что, мое что ли? Виктория, наверное. Так Виктория. Вия, подпиши. Виктория. Или Виктории. Тетрадка. Это дядя Володина. Так, а где вы писали слова песни? Помните, какие вы писали? Да, мы писали пару. Так должно быть здесь у вас. Вот у меня. Поэтому откройте эти слова. Мы сначала сделаем в качестве разминки. Так, ребята, полная тишина должна быть. Дайте мне ручку. Вот она, моя ручка. Да нет.
большая ручка моя, рука моя. Ну идите в келью, возьмите. Я же вам сказал занятием приготовиться. Как нету? А я буду. Ты второй год приезжаешь сюда. Как нету? А я дам. Я дам дядь Володя. Спросите перекрестка. Дядь Володя, выручай. Отдал, говорит, дядь Володя, а дядь Володя не отдает обратно. Ну, мы отдали. А он не отдает? Да. Вот он отдал сейчас вам тетрадку. Так, откройте, у кого есть. Ты мой белый парень. У кого в келье слова? Сходите. В келье у кого слова? А я дяде Вове отдал, а он не вернул. Ну, подойди к нему сейчас. Подойди. Сейчас. Да, сейчас. А я все слова знаю. Я говорю, сейчас подойди. Потому что я тоже подойду. Или иначе мы все сворачиваем, подходим к уставу и будем изучать устав. Раз у вас только замечаний сейчас. А можно мне тоже? Я заметь, говорю, подойди. Раз стал бы, пошел. Одному скажешь, он тут же пойдет, другой будет сидеть, что-то противиться. Что тут трудного? Я пойду. Ты куда хотела? Я за ручку. Одна, что ли? Ты что ты готовишь? Сходи с огнем. Сходи. Да нет, все не пасники, дай вам. Сходите вдвоем в келью, посмотрите. Кирилл, ты свои келки, блин, следи за своей келкой. Так, без блин вот этих выражений. Речь должна чистая быть. У нас блины на кухне, они во рту. Вот все приблотненные какие-то. Вы украшите эти слова приблотненные. Кто сбежал, кто-то? Это мой папа. Мы сегодня с вами должны две песни записать. За вчерашний день не записали. Ничего себе! А как вот так, чтобы к костру подготовиться. Иначе, что нам на костре делать? А где как я буду делать? И он не нужен нам. Мы котлец огня. Если мы Господа не будем славить, то зачем мы живем на земле? Если мы Господа не знаем, наша жизнь бессмысленная, скотоподобная. Все. Пришли, поели картошку, в туалет сходили, оправились. И все на этом. Но так же делает и кошка, и собака. Поэтому надо, нам надо знать заповеди Божьи, исполнять и славить Господа. Мы этому и учимся на костре. Ну где он? Он был на пекарне, где он? Закончилось число. Ну, он закрылся и поет. Он 16-16. Так, девочки, когда вы помоете? Надо быстро мыть. Учитесь быстро мыть. Помочь вам? Показать вам, как в армии моют, там только чашки вот так мелькают. Там, если у нас часть была маленькая, 100 человек, там если так вот мыли бы, прапорщик бы пошел дежурно посылать. Так, наверх, не очереди вам, замедлительность вам. Все. Еще раз пойдешь по кухне, будешь посылать. Кто там может туалеты чистить? Да мало ли что ты. Ну скорее. Все, садимся. Нашли ручки свои. Степа. Откройте песню. И сядьте рядом с теми, у кого есть слова, если кто приехал позже. Степа, сиди. Ну, нашла ручку? Ехали сюда, как это, бабушка? Я не буду объяснять. Буду ему читать, он будет потерять. Тот же помолчит. Я буду... Все, ну тут Арсений тебя просит, протянутой рукой. У меня нет, у меня одна. Дядь Володя, есть у нас ручки еще запасные? Они приезжают почему-то. Там же написано, что карандашевые ручки должны быть. Конфликты. Чего вы не привезли? Андрей, взял ты ручку себе? Да. Где? Я отдавал. Давайте. Так, ну ладно, долго собираемся. Откройте слова, ручки положите все. Ручки положим. Кому ручки? Тетради по закону Божьему рисовать не... Это нельзя этого делать. У вас закон Божий. Да ладно, я себя в этот пятачок буду. Кому нужно? Вот.
пишет она. Много лет учили тебя и меня, что лодка жизни удачно плыла. Главное не бросить весла свои, но Иисус однажды открылся мне ты. И мой белый парус, моя ладья, рассекая волны, плывет в небеса. Иисус мой парус, бросил весла я, ветер благодати влечет меня. Берега не видно, все объяло мгла, яростные волны бьются об огня. Весла переломаны только надо мной, все такой же белый парус мой. Парус, моя ладья, рассекая волны, плывет в небеса. Иисус мой парус, кровь плывет твоя, где ты благодать влечет меня. Ваши жизни Бога, это дела. Спасение приготовлено Богом самим, белым-белым парусом моим. Ты мой белый парус, моя ладья, рассекая волны, плывет в небеса. Иисус мой парус, бросил весла я, ты мой белый парус, моя ладья, рассекая волны, плывет в небеса. Иисус мой парус, бросил весла я, ветер благодати влечет меня. У тебя голос хороший. Я помню, как ты кричал. Тревога! Кричал ты так? А ну-ка давай вместе. Тревога! Давай. Тревога! Ну громче, закричи. У тебя голос есть, нормальный голос. Если ты можешь, то закричи. Пой с нами. Тревога! Тревога! Скажи громко что-нибудь. Мне так сразу же вспоминается фильм «Мастер и Маргарита», там как они говорили. А почему? О «Мастер и Маргарите». Тревога! О, видите? Ты, значит, можешь вполне. Наверное, в деревне там тетя Люба с печки упала. Отлично, значит, петь можешь. Так, внимание! Сильно шумно! Все встали! Помолчали немножко. Знакомо. Сели. И запишем сегодня число. Число тоже пишите. Вам 16! 16.06. Кто не пишет так? 16 июня. 16 июня. Песня называется «Славлю Господа». 16 июня. Славлю Господа. Господа с большой буквы. Я буду ориентироваться на маленький. Пусть они медленно пишут. Какой сегодня повторитель? 16 июня. Славлю Господа. Первый куплет, римская 1, поставьте. Умеете римскую писать? Да. Умеете. Все не умеют. Так,
Но я вначале эту песню спою, но не всю, правда, чтобы вы имели представление. Андрюша, подержи, пожалуйста. Дядя Володя, а как песня называется? Славлю Господа. Господа. Вот это тоже. Мне муравьи поют. Твоя мудрость в каждом зернышке, каждой веточке жизнь твоя. Яркой радуге, в теплом солнышке, благодать твою вижу я. Хорошая песня. Но это она не вся, это я вам только первый куплет придумал. И припев. Нет, это не Игнатий Тихонович. Пишем первая строчка первого куплета. Это после названия римского. Один поставила и прям с самого начала строки. Твоя мудрость в каждом зернышке. Девочки, садитесь тоже поудобнее. Чипсы. Чтобы сзади двигать. Ручки не найдешь. Сиди, что не найдешь ручки? Я не дала всем ручки. Твоя мудрость. Что писать? Я вчера все ручку дала. Твоя мудрость в каждом зернышке. Ну дайте кто-нибудь. Твоя мудрость в каждом зернышке. Твоя. Ну, кто во второй класс перешел, тому писать, наверное, очень долго будет. Может, потом Ксении кто-нибудь напишет, может, тёзка. Давай тебе Лиза напишет. Из этих маленьких такие долгие уроки получаются. Да, долгие. Но мы их должны тоже уважать. Это наши братья. Кому вкусно? Кто сказал? Внимание! Твоя мудрость в каждом зернышке. Твоя с большой буквы, твоя. Это же в начале строки, в начале предложения. Буква Т большая, знаете? Ты в какой класс пойдешь? А что дальше? Ну, в третий-то можешь уже. Твоя мудрость в каждом зернышке. А написала, что дальше? Запятая. Следующая строчка тоже с большой буквы. Стихи-то вы помните, как писать? Да. Ты ну, чего? Это стихи. Записали? Да. В каждой веточке жизнь твоя. Вторая строчка. Твоя мудрость в каждой, в каждом зернышке. Ну ему тоже надо потом написать. В каждой веточке? В каждой веточке жизнь твоя. Твоя с большой буквы — это Господу обращение. У нас, видите, погода какая. Комаров-то не стало здесь, Господь их вымел. Нам вообще надо славить Господа. Аллилуйя. Тут вообще тучи комаров не забыли. Мы почему туда ушли? А что после веточки? Что после веточки? В каждой веточке, в отдельно, каждой веточке жизнь твоя. Твоя мудрость в каждом зернышке. Зернышке твое. Ну да, ты медленно пишешь, Сима. В каждой веточке жизнь твоя. Точка. Твоя с большой буквы, да, Господа. А, с большой буквы? Да. В каждой веточке жизнь твоя. Точка. Третья строчка. В яркой радуге, запятая, в теплом солнышке. Ты не успеваешь. Не успеваешь. Ну, наверное, сестренка тебе поможет потом. Ливия тебе напишет. Да, Ливия? Да, маленьких надо взять на подключение. Спрось, а ты кого-нибудь, Дмитрий?
В яркой радуге, запятая, в теплом солнышке. Они стараются писать, это хорошо. Но... Дети, Витя, а кому написать-то? Пленки свои. Давай тетрадку, отдавай лучше. Она во второй только пойдет, да? Нет, она в первой. Солнышко. А, так тем более. Давай. В яркой радуге, запятая, в теплом солнышке, запятая, и четвертая строчка, благодать твою вижу я, Кирилл потом брату напишешь, ну и Вики, каждой веточке живет, да, я там писать буду, да, конечно, и Вики, благодать твою вижу я. Твою снова с большой буквы. Благодать. Твою вижу я. Точка. И еще раз плед я пропихую. Проверять. Вижу я. Да. То есть в природе вижу дивные дела Божьи. Точка. Вика. Точка. Повторяю. Твоя мудрость в каждом зернышке. В каждой веточке жизнь твоя, в яркой радуге, в теплом солнышке, благодать твою вижу я. Первый куплет закончил. Припев. Так. Припев. ПР. Славлю Господа. Господа с большой буквы. Ну и три раза это поется. Можете поставить вот так. Вертикально три раза, черточку вертикально. Это «Славлю Господа, славлю Господа, славлю Господа». Да, три раза поется. «Славлю Господа» с большой буквы Господа. И потом ты, брат, да, ты пишешь. «Славлю Господа». «Славлю Господа». Да нет. «Славлю Господа» три раза. И «Творца». Творца с большой буквы. Господа с большой и Творца с большой. Что говоришь? Славлю Господа три раза поет. И Творца. Славлю Господа, славлю Господа и Творца. Точка. И дальше третья строчка. Пусть, ну у вас там не третья будет, но сократили. Да. Пусть как ласточка моя песенка. Пусть как ласточка моя песенка. Когда понять, пусть как ласточка моя песенка. Что смысл, не понял. Пусть как ласточка моя песенка. Какая связь ласточка с песенкой? Вот дослушаешь дальше, понимаешь. Славлю Господа, славлю Господа. Зачем ты радуешься? Пусть как ласточка. И пусть как творца. Ласточка, а что дальше? И пусть творца. Как ласточка моя песенка. И пусть как творца. А пусть... пусть как ласточка моя песенка. И творца. Песенка. И дальше пусть. Последняя строчка, большую букву. Пусть. Улетает ввысь в небеса. Пусть как вот ласточка. В чем смысл. Пусть как ласточка моя песенка. Моя песенка. Улетает ввысь в небеса. Ввысь вместе пишется. Ввысь в небеса. Пусть как ласточка моя песенка. Моя песенка. Песенка. Улетает ввысь в небеса. Улетает ввысь в небеса. Все написали теперь. Улетает ввысь в небеса. Улетает ввысь в небеса.
Второй куплет. К зубному врачу пришел, да? Рот-то закрывай. Ну-ка давай зевнем вместе. Ну, давай. И рот закрывай. Все. Вот так и надо делать. Второй куплет. Твоя милость в каждой капельке. Твоя милость в каждой капельке. Твоя милость в каждой капельке. Так, а кого нету у нас? Мне. 18. Я 17 не считывал. Ну, это слизы 18. Кого-то нет. Все? А сам себя не посчитал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 18. Без лизы? 19. А то есть 17. Вон он спрятался. Нет, он сидел там. Так, твоя милость в каждой капельке. Запятая. Записали? Да. Вторая строчка. В каждом лучике любовь твоя. Вторая строчка второго куплета. В каждом лучике любовь твоя. С большой буквы твоя. В каждом лучике любовь твоя. Вот думайте, слова простые. Почему это так? В каждом лучике любовь твоя. Ну небрежно, зачем так пишешь? Пиши как стихи. Как же я и говорил, что писать. В каждом лучике любовь твоя. В каждом лучике любовь твоя. Точка. Третья строчка. Руку щедрую отца-создателя. Руку щедрую отца-создателя. С большой буквы отца и создателя пишется. Через тире. Ничего, руку? Ничего на тире буквами написал. Руку щедрую, щедрую. Господь нам щедро все дает. Но скоро ягода пойдет. Руку щедрую отца тире создателя. Отца создателя. С большой буквы. Паша успел написать? Вот. Отца создателя большой буквы. А создателя там? Да. Отца создателя. Руку щедрую, отца создателя. Отца создателя. И последняя строчка. Отца. В каждой ягодке вижу я. Тоже с большой буквы. Как принято писать стихотворение. В каждой ягодке вижу я. У меня ручки нет. В каждой ягодке вижу я. У тебя нет ручки? Вы только что приехали. Как мне? Куда вы делаете? Разбрасывайте. Ягодка. Карандашом пиши, там полный пенал у тебя. Вижу я. В каждой ягодке, буква Д, ягодке вижу я. Так, еще раз второй куплет диктую. Твоя милость в каждой капельке, в каждом лучике любовь твоя. Руку щедрую отца создателя, в каждой ягодке вижу я. Припев тот же. И третий куплет, последний. Я видел, у меня ручка пропала. Так. Ягодки вижу я. В каждой ягодке вижу я. Точка. Точка. Припев тот же. Сейчас мы ее разучим и отдыхать пойдем. В каждой ягодке вижу я.
Руку щедрого отца. Руку щедрого отца. Руку щедрого отца создателя. Руку щедрую отца создателя. Там строчку пропусти, потом долго напишешь. Каждой ягодки вижу я. Итак, третий куплет, Римская 3. Твоя радость в каждом колосе. Твоя радость в каждом колосе. Запятая. Все, третий начинает писать. Пропусти строчку. Две там строчки напиши. Твоя радость в каждом колосе. Запятая. В каждом колосе. В колосе. В каждом колосе. Запятая. Вторая строчка третьего куплета. В каждом листике песнь твоя. В каждом листике песнь твоя. В каждом листике песнь твоя. Вот листики трепещут, они славят Господа. Это надо услышать. В каждом листике. В каждом листике. В каждом листике песнь твоя. Паша, я вас разъединю. Будете там шуметь, вы трое. Отдельно буду рассаживать. В каждом листике песнь твоя. Точка. Третья строчка. В моем сердце я слышу голос твой. В моем сердце, пишется правильно, сердце, я слышу голос твой. Тихо. Андрей, помолчи. В моем сердце я слышу голос твой. Я слышу голос твой. Говоришь мне ты, четвертая строчка. Говоришь мне ты, большой буквы ты. Прямая речь, кавычки открываются. Люблю тебя. Двоеточие, кавычки, люблю тебя. Я слышу голос. Что? В моем сердце я слышу голос твой. Запятая. Говоришь. Дальше, следующая строчка с большой буквы. Говоришь мне ты. Люблю тебя. Говоришь мне ты, двоеточие. Кавычки открываются. Люблю тебя. Двоеточие закрыты, точка. Говоришь мне ты, люблю тебя. Говоришь мне. Ты с большой буквы. Ну все. Господь. Мы будем разучивать. Можно только мне, пожалуйста, пересесть? Да, пересесть. Куда-нибудь, другое место. Вот этот, они фальшиво поют, они меня сбивают. Фальшиво поют? А ты чисто поешь? Да, нормально пою, но получше, чем они точно. Я немного сбил есть. Держите меня, Ксюша, держи вот так. Привет, Ксюша. Ты плохо держишь. Главное, чтобы ветром не было. Ты что, как пускаешь? Не слова, когда зависишь. Говоришь мне ты. Говоришь. Говоришь мне ты. Люблю тебя. Так, Паша, пересядь сюда. Вот где вот дядя Никита стоит. Пересядь сюда. Что вот эта тройка, вы сильно себя ведете плохо. Быстро, Паша. Быстрее. Как старик какой-то. Все сразу замер. Уже не по-твоему. Дедушка Паша. Садись сюда на край. И вы тоже будете баловаться, я пересажу. Куда она? Арсений, отодвинься от него. Просит. Маленько отодвинься.
Я говорю, от них ты, мой брат из школы. И ты еще с ним. Из школы конкретно. Внимательно слушай. Твоя мудрость в каждом зернышке, в каждой веточке жизнь твоя. В яркой радуге, в теплом солнышке, благодать твою вижу я. Славлю Господа, высоко. Славлю Господа, ниже. Славлю Господа и Творца. Ласточка, моя песенка, улетает ввысь небеса. Твоя милость каждой капельке, в каждом лучике любовь твоя. Щедрую Отца Создателя, в каждой ягодке вижу я. Славлю Господа, славлю Господа, славлю Господа и Творца. Хорошая песня? Да. Прославление Господа. Перерыв 15-20 минут, можно поиграть. А потом что будет? А потом дальше продолжим. Мы еще сегодня...